Всем привет, вы на канале Magic World Tolstone, и с вами Александр. Ну, наконец, друзья, мы вернулись после длительного отпуска. Ожидали, что побыстрее вернемся, но были кое-какие нюансы, проблемы. Ну, все, мы опять вновь в сети. Сейчас уже будем обещать вам, что в ближайшее время будем снимать, ну, хотя бы 2-3 видео в месяц. У нас есть очень сильно хорошие новости. Приезжал наш хороший друг, кстати, привет, Валик, если смотришь это видео. Нам сделали донат, вот подарили вот такую камеру. В конце видео вам оператор покажет более поближе. Это подарок. Огромнейший, Валик, тебе спасибо за столь дорогой подарок от всей нашей группы и команды. Низкий тебе поклон. Что можно сказать по самой камере? Камера отличная, но, к сожалению, она снимает 720p. Это немножко, ну, не для Ютуба. Телефон у нас снимает уже до 4К. Но мы все-таки нашли применение и плюсы в этой камере. Первый плюс в том, что она хорошо снимает звук. Как бы сейчас пока у нас нет возможности, ну, на улице у нас ветер сегодня, сильно шуршание. Так что будем уже снимать в помещениях с помощью нее. Ну и второе, самое классное, что в ней есть. Мы на весну планируем сделать полевые выходки. Я тут нашел пару отвалов. Там и галька, там и гранит. Есть довольно очень много хороших образцов гранита с вкраплениями граната пиропа. Есть и халцедоны, оголтованные, и кварцы, и даже диногатик нашел. Ну, к сожалению, сейчас погода не позволяет у нас. Мы уже решили на весну. И камера будет как раз незаменимая в полевых условиях. А так что сказать, планы у нас на будущее. Мы постараемся на этой неделе, до конца недели, запустить новый конкурс с хорошими призами. Так, у нас есть еще пару наметок на видео, как мы шли серию гранаты, к примеру, турмалины, чароид и тому-то подобное. Так, на нашем канале все нормально, все хорошо. Мы, кстати, пару дней назад запустили страничку в ТикТоке. Смотрите ссылочку внизу в описании, подписывайтесь. Там будет уже видео камушков. Ну, будем стараться как можно больше развиваться. Так что спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо, с вами был Александр. Не забудьте поставить вот это видео про камеру. Всем пока. I'm gonna go get some more.